перед вами, что вы видите? Банан. Выкрикиваем. Банан. Банан. Огурцы. Яблоко. Чеснок. Помидоры. Лук. Салат. А как это можно вместе назвать? Овощи. Овощи. Фрукты. Каждый сегодня, наверное, взял коробочку. Нет. Кто взял, кто не взял, да? Кто взял коробочку, у кого нет. Но на самом деле, вот то, что вы сейчас будете готовить, может приготовить каждый из вас дома сам. Я с помощью мамы. Ну, разве что в нарезке. А я умею резать. Я умею резать. Что мы ставим на нашу булочку? Петрич. А сначала? Капуста. Не обязательно. Просто ты только покупаешь. Берем все по одному листику салата, ставим на булочку. Это салат, это листья салата. Открывай булочку. Должно получиться салат. Петрич. Мясо. Все поставили, да? Да. Теперь у нас есть мяско, да? Берем все по кусочку мяса. Мясо. Да. Поставьте все мясо, да? Да. Теперь берем лук, у кого есть. Бери, надо, полезно. Все поставили, да? Да. Первый класс, очень шумно. Ничего страшного, да? Перец. Хорошо. Перчик. Первый класс. Перчик. Берем перчик, ставим перчик. Перца. Цветочек. Так, красиво получилось. Да. Да. Хорошо. Помидор. А теперь помидорку. Помидорки. По кусочку помидорки, да? Все постарше, да? И что у нас осталось? Огурчик. Сверху ставим огурчик. Все. И теперь закрываем все это красивенько. Вот так. Таким образом, чтобы это закрылось полностью, да? Смотрите, какая красота. Красивее даже, чем гамбургер. Теперь берем нашу коробочку. Берем коробочку. Ставим на дно салфеточки. Ложи пальчик. Все равно закрылось. Ставим на дно салфеточку. Укладываем на салфеточку наш гамбургер. Да. И ставим рядышком по кусочку банана. Да? Значит, должно было быть рядышком, да? Вот так. Все, приятного аппетита. Ой, поздравляю. Роман, как вам наш красивый бук? Марина Алексеевна, давай. Красота. Жили колено. Прикрыли. Приятного аппетита. Не забудьте, да?
получилось? Я думаю, что это просто ударить. Тут и рыжий. Не вкусный, не вкусняки. Я такой мужик, я съем лук. Какая пока не Да, я попробую. Ну все, это не фотоаппарат, Полина, это видео. Это видео, кушай. Какой бутерброд? Ты не почувствуешь лук? Смотри, все кушают. Я там снял, кто съел все бутерброды детей. Этот ряд у нас нет. Я два ряда снял, вот детей каждую папу, знаешь, сколько кушать. Поэтому пройди.